Валя, как живешь в чужой стране? Хорошо, привыкла. Какая ты жена у своего мужа? Единственная. Единственная? Навсегда или пока? Ну, моя опасность на завтра, скажем так. Валя, почему ты так уверена в том, что ты единственная будешь у него? Ну, у нас є домовленості з чоловіком. Тобто, ну, по шаріату, зрозуміло, йому дозволено, але ж ви розумієте, що, по-перше, далеко не кожен чоловік може забезпечити окреме житло всім дружинам і так далі. Тобто, взагалі, ви знаєте, дуже різко працюють, я б сказала, набагато рідше, ніж коханці в Україні. Дай-то Боже, как говорится, ей с этой Верой остаться до старости, чтобы все у них было хорошо. Но шах, конечно, очень стрёмный. Сегодня они любят женщин со славянской внешностью, а завтра они разлюбят женщин. Вот, на твой взгляд, чем отличаются принципы воспитания детей твоих от тех, как тебя воспитывали, как сестру воспитывали? Мы трохи лояльнее, чем я, если можливо. Немає такої дисципліни, менше свободи. Араби більше дозволяють. Я сказала майже все. А хто строже? Твої родителі или його родители? Мої. Твої строже. Там більш лояльні, да? Так.